Здравствуйте, меня зовут Юрий Железняков, и в этом видео мы рассмотрим машинку для стрижки Carrera 624. В программе обзора распаковка и комплектация, стрижка бороды, испытания на стенде, сравнение с машинкой-конкурентом. И, конечно, выводы о плюсах и минусах модели. Начнем с распаковки. Снимаем белый информационный рукав. Как всегда у Carrera упаковка высокого качества. Идеально для подарка. Внутри информационный лист, машинка для стрижки с насадкой для головы, насадка для усов и бороды, кабель для зарядки USB Type-C, щеточка для очистки и масло для смазки. В комплекте также чехол и инструкция. Перед первым использованием и после очистки необходимо смазывать лезвие маслом. Наносим 1-2 капли масла на зубцы лезвий. Равномерно распределяем. У машинки есть встроенный триммер для точного стайлинга. Ширина режущей части ножа 12 мм. Он пригодится для детальной стрижки бороды, либо для стрижек с рисунком. Ширина основного ножа 35 мм. Я сначала сделал окантовку. Под ноль срезать волосы, конечно, не получится. Это все-таки машинка для стрижки, а не триммер. Но результат хороший. Установив насадку для бороды, выровнял волосы до длины 5 мм. Гребень не забивается. Нож срезает волосы за один проход. Установив длину 1 мм, сбрил бороду. На стенде с помощью машинки я срезал косу волос толщиной в 2 пальца. Для бытовой модели очень хороший результат. В сравнении с машинкой японского производителя стрижет заметно быстрее. У режущего блока машинки влагозащита IPX6. Обращу внимание, именно нож можно промывать под водой. Я, конечно, пробовал промывать устройство полностью, проблем не возникло, но лучше следовать рекомендации инструкции. Обсудим дизайн и эргономику. Машинка хорошо лежит в руке. Есть небольшая выемка под указательный палец и нескользящие резиновые вставки по бокам. Накладная панель металлическая. На передней части машинки встроенный триммер. В обоих положениях фиксируется хорошо, люфтов нет. Дисплей яркий и информативный. Можно узнать остаток заряда. Есть индикаторы очистки, зарядки и блокировки. Для блокировки нужно удерживать кнопку несколько секунд. Заряда аккумулятора хватит на час работы. Заряжается машинка 1,5 часа. От сети не работает. Видимо, это связано с влагозащитой. В комплект входят две насадки. Насадка гребень с диапазоном от 12 до 33 мм и насадка для точного стайлинга. Диапазон от 1 до 11 мм. Подведу итоги и выделю плюсы и минусы модели. Плюсы. Мощный двигатель. Тихая работа. Универсальность. У прибора 2 ножа и 2 насадки с большим диапазоном стрижки. Зарядка через USB Type-C. И отличная упаковка. Такая машинка может стать замечательным подарком. Минус тут только один. Машинка не работает от сети. Хотя для бытовой модели это не так важно. Вся техника Carrera эксклюзивно представлена в сети M-Video Eldorado. Спасибо за ваше внимание.